Доброе утро, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить об отцовстве. Знаете, сегодня большая часть родителей, не только отцов, но и матерей, в основном занимаются своими детьми по принципу реагирования. Что-то происходит, и мы реагируем. Что-то происходит, и мы, надеюсь, адекватно пытаемся решать эти возникающие проблемы. Но послушайте, это как двигаться в кильватере какого-то большого судна, не постоянно отбрасываемые назад. Для нас важно опередить. Для нас важно быть вот тем баркасом, буксиром, движущей составляющей, да? То есть людьми, которые направляют. Почему это важно? Важно, чтобы мы перестали реагировать. Важно взять инициативу в собственные руки. Важно обойти все культурные, социальные маркеры и начать самим формировать будущее наших детей. Нам важно с вами, друзья, просто начать. Кто-то думает, как я это смогу сделать. Но знаете, я думаю, что это достаточно просто. Поговорите со своими детьми. Проведите хотя бы час в серьезной беседе, и вы увидите, о чем они на самом деле мечтают, к чему они стремятся, и поймете, на что они на самом деле способны. И вы увидите вот этот разрыв. И когда вы его увидите, вам нужно будет подумать и помолиться над тем, как преодолеть этот разрыв и что необходимо сделать для того, чтобы ваш ребенок вырос именно таким человеком. И вот это и есть активное влияние, а не следование за сложившимися ситуациями, какими-то происшествиями и так далее. Это не воспитание, когда вы реагируете на то, что ваш ребенок что-то натворил в школе. Воспитание на самом деле, настоящее влияние – это предотвращение этих поступков. Это не просто внушение, что вот это хорошо, это плохо, а это активное влияние на его личность, чтобы подобные происшествия не имели, вообще даже не могли иметь места в его жизни. Еще раз хочу призвать вас, друзья, начать быть тем человеком, который влияет, а не реагирует.